Вражда с турками должна быть управляемой. В противном случае можно столкнуться с катастрофой. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, отвечая на обвинения в протурецкой политике. Пашиняна спросили в парламенте Армении: «Турция враг? Или не враг, или сосед?» На что Пашинян заявил: «Турция и враг, и сосед. Обычно так и бывает, что врагами становятся соседи». Далее Пашинян сказал следующее: «Что за тема, турок наш враг или нет? Это не решается заявлениями. Мы должны оставить детям мирный, стабильный регион. Враждебность должна управляться, и мы пойдем по этому пути. Нельзя допустить, чтобы были проявления неуправляемой вражды. В противном случае можно столкнуться с катастрофой не только для Армении, но и региона».